В 5 городах Казахстана поймали медиков, которые продавали поддельные паспорта вакцинации. Заветный документ без укола можно было получить, заплатив от 5 до 30 тысяч тенге. Теперь тем, кто продавал и тем, кто пользовался фальшивками, грозит уголовная ответственность. Агентство по финансовому мониторингу сегодня заявило, выявлены 12 человек в Алматы, Шымкенте, Павлодаре, Актобе и Таразе, 8 из которых медики. Все они причастны к подделке паспортов вакцинации. Установлены и их клиенты, которые купили липовые документы. Это 37 человек. За использование таких документов им грозит штраф, это почти 500 000 тенге, или арест на срок до 40 суток. Тех же, кто подделывает паспорта вакцинации, ждет более суровое наказание – штраф свыше 5 000 000 или до 2 лет лишения свободы.